Изучаешь книгу, да? Так. Изучаешь книгу. Покажи книжечку. Вот книжечка. Молодец. Вот какая книжечка. Надо же, какая книжечка. Ох, вот она открыть ее изучает. Надо. Вот, как вот. Интересно. Хорошо, сейчас эту подготовку. У меня тут длинная отсюда. Ну, в принципе, это ж главное, чтобы было. Закрывала. Как будто вот из розы, ведь я... Хи-хи-хи! Хи-хи, подожди, сейчас будет это... Хи-хи-хи! Ну, а чтобы книжку было видно, да. Вот изучает вот она. Изучает труды. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Ребенок изучает труды. Крестик. Вот крестик. Какая красотуля! Понравился. Ой, какой понравился крестик. Вот, в книжечку его правильно, чтобы не потерялся. С собой. Не хочет. Ну, все. Что тебе? Может, цветочки я еще поставила? Да, цветочки. Прямо под цвет платочка. Да, под цвет платочка. Красота. Потом туда не знаю, потому что потом будет не отнять никогда не будет. Ну да. Я думаю, поэтому постарайся сейчас избавиться. Нет, столько много всяких этих замен из руля я взяла, что ничего, главное отвлечь. Когда как красиво, она должна быть без груши. Это все она уже приготовлена. Она приготовлена. Изучает книгу она. Книга, ты знаешь, все понравилось. Свою не отдаст. Да. Она знает, что. Да, маленькая книжечка, маленькая изучает, девочка. Изучает, все читает. А ведь я буквы каждый день прохожу. Да смотришь, каждый день я буква. Каждый день ее уже показывает мне. Показывает видишь, надписи. Видишь, попробуй от нее, она сразу не берет. Вот, сами не могут приносить присягу. Это девочка. Просто становятся поручителями перед церковью, перед Богом, в том, что эти чада будут воспитываться в вере. Крестные тоже в этом будут участвовать, помогать будут в испытании своих крестников. Надо будет за них молиться, быть близкими людьми, чтобы вы были гостью в жизни, они, чтобы знали вас, делать через подарки, так сказать, доверие, так сказать, завоевать. Потом, конечно, это будет, когда в жизни какая-то должна быть важная подсказка, там бывает, к сожалению, в переходном возрасте, когда родители особо не слушают, но важно, чтобы кто-то мудрый человек мог со стороны подсказать, какой-то сделать правильный шаг или предостеречь какого-то поступка нехорошего. В общем, тут мы крестные должны участвовать в жизни своих крестников, особенно говорю, подстают. Не часто, так сказать, пока еще родители занимаются, когда уже родители немножко теряют один власть, может быть, надо без помощи крестных. Ну, это так сказать, это так. Может быть, и все пойдет совершенно по другому сценарию. Но крестный такой человек, который заботящийся, любящий, который в молитву и словом добрым помогает своим крестникам. Потом по святим воду святим мы будем в той воде креститься, мать наших бабушек, да. И жизнь есть не всякого лукавого, чистого духа, света гнездящегося в сердцах их. И жизнь не всякого лукавого, нечистого духа, сокрытого гнездящегося в сердцах их. И женись не всякого лукавого, нечистого духа, сокрытых гнездящихся в сердцах их. Дух прелести, дух лукавства, избослужения, всякого лихоимства, дух лжи и всякие нечистоты, действия по научению дьявольскому. Створяй в частности слада Христа Твоего, путь честной церкви Твоя, сына и наследника, дочерь и наследницу, царствие Твоего, да позвал Тебя Твоя жительство, скончать нерушимую, путь блаженства, избранных во царстве Твоем. Благодать и щедрот мы человек любим, недородного Твоего Сына, с Ним же благословен и безмолвный, среди Христа Твоего, для них звучат все равно начало Твоего царствия, благоволение и благодать щедродного Твоего Сына, с Ним же благословен и си, с Христом благим, и же горячим Твоим Духом, на Иисусе на веки веков. Аминь. Благословен Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мира Господу помолимся, Господи помилуй, послушай мне святого Мария, во имя Отца, аминь. Ой, Мария, все хорошо, аминь. Все хорошо. Аминь.
Господину Давида Заря, благослови главу. Нет. Вот, вот так, мама. Вот мама настоит. Вот самое. Благословен Бог наш, всегда на престолике веков. Аминь. Господи, помолись, Господи, помилуй. Господи, помолись, Иисусе. Боже, Господи, наш Господь Христа, Христом, 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 как вас зовут? Александра. Александра, ваша имя? Екатерина. Очисти от всякого греха, всякого скорбного приходящего, святая церковь, святая священная, частица, святая прикаян, возрожденный чадо, благослови, освети, разумил, слабомудрый, худого мудрости, мир всем. Слава Господи, преклоните Тебе, Господи. Господи Боже наш, причина с первого человеческого прийти на работу мою Александру, Твою Екатерину. Слава Четыре Федорского, входа храма славы Твоей я, а мы искренне телесно, скорее душевно, по склоне 40 дней, предоставим течение Старой Федоровской Твоей я, я косвятись и прославися, причастное великолепое имя Твое со Отцем и Святым Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сороковой день закон храм пронесенный, от Борисовской собрания стоит Твоей Матери, на речи пронесенно носимой, славой Христосильной, принесенной ко всего младенца Марию Даниила, и видите Тебе всех Творцу, благослови, и все хотели благое Тебе угодное возрасти, отгоняя от них всякую сопротивную силу, знамя Христа. Мариша. Маришечка. Давайте. Ку-ку. Так, так, Коко. Так. Динь-динь. Так. Нет, 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 нет. Куда ты? Нет, туда. Мам, вот смотри, на меня, на меня. Смотри на меня. Маш, так, ты уронишь бутылку сейчас, Саш. Не-не. Ты ее поставила, нет. Ты ее уронишь. Нет, да, уронишь. Я помню. Машуня, туда поставь. Смотри, смотри, Маришечка, смотри. Мы за аппарат. Хи-хи-хи. Ой, ботинок показали. Хи-хи-хи. Ну, давайте. Давай. Вот. Так, шампусик наливаем сейчас тебе. Все хорошо, я шучу. Я шучу. И что ты ко мне как-то вот сюда посмотришь? Ну вот, хорошо. Вот, о, так, да, вот. Вот цветами коси, да, вот она с этим желтой, с голубым, да, они сочетаются, да, все. И штанишки тоже голубые, да, у тебя красивые. Ты, нет, ты, нет, как, ты как модель, это потом мода, ой, будет красотуля такая, все будут так, так ходить. Да. И все будут потом ходить. Динь-динь-динь. Ой, молодец, ох, молодец, да, молодец. Да. Ну, да. Оп, на! Ой, какой на! А задучи надо потом забрать, а то она их кушает. Ой, какая молодец, какая молодец! Оп, упала. Ну вот, хорошо. Нет, ну все, чтобы не поглотила только она, смотри. Нет, все хорошо. Чтобы не поглотила. Дай еще шапочку. Ну что же, правильно, все же, так, так. Только смотри, чтобы, ну не дай бог, чтобы не попало в грудь, ты смотри. Да не, ну хорошо, хорошо, ну я за тебя очень переживаю, да. Переживаю за детей очень. Смотри. Вот, ну вот смотри, как ты ее разделала тоже, хорошо. О, так и надо, правильно.
Так и надо. На части разобрал. Вот. Уже снимаю, да. Все. Молодцы, все. Вот так. Молодец. Сейчас я наеду на нее сейчас. Главное это у нас вот. Вот она, вот она. Прижала, да. Молодец, хорошая девочка, большая. С днем рождения тебя.